Я тебе сейчас объясню все вот это про Пурим в двух словах. Был такой Ахашвирош, такой, но он из простых парней был, такой, как сказать, ну, ни на чем поднялся, значит, сам-то из Басоты такой, но нажил хорошо, стал богатым, своя команда, братанов там, весь, значит, микроармия, и решил царство себе прикупить. Ну, знаешь, как вот сейчас, ну, вот во Франции я был, там вот эти девочки французские, у которых замки содержать надо, они за америкосов выходят, чтобы как-то кто-то же должен содержать это царство. Вот, а денег нету, а эти богатые, им нужен статус там всякие, там, рав-герцог. Ну, в общем, решил царство прикупить. Ну, а сам такой простой, обычный барыга. И вот он, как сказать, царство-то прикупил, а народ его не уважает, типа все говорят, ну какой он там, кто он такой, Басота, что он? Ну и он решил пир устроить, значит, чтобы доказать, да нет, я такой, я царь, вот, давайте-ка всех сюда, пир на год, там бухаем, денег валом, значит, как сказать, и... Была у них вот эта дилемма, значит, он с одной стороны, там, так сказать, не из знатья, значит, а жена у него вот эта вашти, из породистой знати, но бедная. И вот, значит, а евреи глупость сделали, значит, решили, что когда пока два динозавра дерутся, можно где-то там что-то по-кривому так что-то нажить. Значит, он всех пригласил, он говорит, давайте-ка собрать всех, там, а евреев зовем, да и евреев зовем, будем пир большой, значит, храмовую посуду, значит, затащил на этот на пир. Как помнишь, Романов, когда в Ленинграде дочке делал свадьбу, значит, взял из Эрмитажа вот эти посуду и такая, ну, это тоже решил, значит. Праздник по-большому, давайте сюда, все. Вот, евреи, вот, кстати, надо бы сидеть, делом своим занимайся. Нет, ломанулись туда, решили, что где-то там, пока эти дерутся, какие-то крошки где-то посыпятся. Ну вот, и решили, ну, некрасиво, если мы там будем выпендриваться, там, с кашрутом, такие придем, такие, там, значит, со всеми своими причиндалами, значит, нам надо, как сказать, встроиться в модель, значит, оделись по-светскому, такие, значит, все, типа, ну, никакого нам, ничего нам не надо, мы там, мы с вами, мы там, мы как вы, вот, как всегда эта история, чем плохо заканчивается потом. Вот, это вот, как бы, это плохо им сыграло в результате, вот, потому что, как сказать, эти-то дерутся, а достается нам. Значит, был там такой, значит, ну и его, как сказать, прямо 2 километра. Значит, эти с бригадой сидят, там бухают, они ему, его братаны, говорят, слушай, там, ты царство купил? Он говорит, купил, все заплатил. Они говорят, да что, тебя никто не уважает здесь вообще, ты никому не нужен. Позови свою эту вашти, принцессу, которую ты купил, пусть нам станцует. Ты увидишь, как она тебя уважает. Вот. И он, да ща, да она, да я сейчас. Говорит, ну-ка иди сюда, нам тут танцы на столе. Ну, а она, конечно, такая, да кто он такой, там, своим баблом, я принцесса, я из потомственного рода. В общем, не пошла. Ну, он ее и выгнал, и все, такая жена мне не нужна, царство у меня уже есть, я и так царь без вас, без всех вас. Вот, как сказать, стал себе девочку красивую искать, значит, из простого народа. Вот. И вот еврейка Эстер ему понравилась, на ком-то где-то он там, я заметил. Вот, а в царстве, значит, кипит разборки, накипают, потому что, значит, вот эти новые пришли, старые, там, все начали, старая знать начала мутить, там, Петр, те заговоры, шмаговоры, вот, а был там один еврей, Мордехай, такой честный, ну, типа, министр, ну, такой, слушай, не лез в эти разборки, все эти терки разные, ну, просто работал, как, значит, говорит, слушайте, мне не до вас, я тут делом занимаюсь. Вот, и видит, там что-то мутит против этого Ахашвироша, там эти евнухи собрались, там что-то там, вот, ну, и доложил, куда следует.
Вот, и, значит, их всех там повязали, все нормально. И его даже как-то записали в исторические летописи, что вот такой был правильный человек. Значит, все сделал как надо. Вот, ну и забылось со временем. А вот это там, вы знаете, драка это продолжается. И был там такой один самый, значит, аман, который был, думал, что он самый хитрый. А, значит, и вот он там с этим Ахашверошем мутит по-всякому, там ему там в уши льет, ты такой хороший, молодец, т-т-т-т. А сам как бы некие интриги плетет, значит, ну, под себя всех решил подмять. И Мордыхая в том числе, давай, типа, либо ты в мою свиту, либо там я сейчас там, так сказать, все это... Вот, а Мордыхай говорит, слушай, мне до ваших разборок, слушайте, вы как-то разберитесь там, кто чего, я делом занимаюсь. Вот, не буду я там ни с тобой никакие там. Вот, а этому Аману это ну прям вот тут вот. Ну как там? Все кланяются, он не кланяется. Кто он такой вообще? Авторитет подрывает. Вот, ну и решил замутить. Ну а понятно, ну а что тут, что мутить? Какой, что против него скажешь? То есть только одна история. Да, там евреи, опять они там шмык-пыр-пыр, там. И вот Ахашвирошу в ухо, в уши льет. Да там то так, не сяк, то, что ты с этими евреями, они там, пойдет война, начнется. Ну, Ахашвирош там, такой парень, да, слушай, ты мой, хочешь, на, пожалуйста, все, тебе их, там, хочешь разорвать, разорви, там, что у них там есть, занеси только в казну. Аман говорит, да не вопрос, там, сейчас я это самое, отслюнявлю, там, а был человек не бедный, и он что-то занес в казну, типа, ну, как бы, кстати, проплатил указ, значит, ну, и думал уже все, типа, все, кстати, нормально. Вот, а, слушай, Ахашвирош, он вообще такой понятийный чувак, он как бы, он в принципе, правда хочет царем быть, он такой, типа, в игру-то вошел, типа, стал, ну вот, типа, я же царь, должно быть все, вот, стал книжки, значит, читать такой, значит, говорит, ну-ка мне на ночь летописи почитайте, а, значит, и, ну, и там ему периодически, вот, была такая история, ну, и, кстати, читают летописи, говорят, вот такой был Мордыхай, спас тебя когда-то, он говорит, у, блин, а наградили чувака-то вообще, дали ему что-нибудь? Они говорят, ну, ничего не дали, ты же ничего не сказал, там, ну, как бы, вот, ну-ка, давайте вызовите ко мне, там, этого, значит, Амана, спросите, давайте к у него, значит, зовет Амана, говорит, как считаешь, что нужно сделать чуваку, который там служит тебе верно, такой хороший, порядочный, а тот-то думает, что это про него. Он говорит, ему надо все почести, там, белая лошадь, там, ну, в общем, все это самое. Он говорит, о, отлично, и все это Мордыхай. И, значит, а тем временем, значит, уже узнали, там, и Мордыхай, и Эстер, там, все понимают, что это с евреем, там, значит, евреям грозит большая опасность. Значит, поверните направо. Ну и к Эстер там, так сказать, постится, печалится, значит, три дня, значит, потом идет, живет муж свой, говорит, муж дорогой мой, вот приглашаю тебя, а он, видит, печальная жена, говорит, что случилось-то, вот, а она ему говорит, ну что случилось, смотри, какую это самое, Аман замутил, значит, всех евреев, какая, и меня в том числе. И тут Ахашвирош понимает, что тема-то, ну, совершенно, что это просто его развели, да, как дурака, на пальцах, значит, просто он, что ему там, а ему вот это самое совсем, ну, вот, не по ней, как сказать, он-то думает, что его любят, что он такой прям царь, а тут, понимаете, его просто развели, как лоха, вот, ну, и, так сказать, ну, уже, значит, уже стал такой, как бы, все-таки царь, не могу, значит, так прям сразу, ну давайте такая тема, типа, я вам подпишу, что можно, типа, обороняться, возьмете оружие, сами встретите на это сам. Ну так и случилось, то есть эти там с Аманом со своими там решили, пришли грабить, типа, у нас указ, мы можем все отобрать, вот, а те их встретили и маршрут перестроен, ну типа того.